Друзья, всех приветствую на своем канале. Как вы все знаете, есть у меня трактор Т-16. Достался он мне от моего отца в наследство. Пригнал его еще летом. И долго думал, куда же его определить к зиме. Значит, смотрел, ходил, гараж негде строить, места уже нигде нет. И, в общем, нашел между сараем и летним навесом такое небольшое местечко, можно сказать, и попробовал втулить его сюда. В общем, получилось. Заехал я со второго раза. По бокам, конечно, 15 сантиметров, что с одной, что с второй стороны. Тесновато, но ничего. Как видим, я уже изготовил и каркас для ворот. То есть осталось только купить профнастил и зашить. Значит, места, чтобы выйти отсюда, практически нет. Как вы сами понимаете, 15 сантиметров я не пройду. И придется мне выходить с левой стороны в сторону летнего навеса. Вот здесь, друзья, будет открываться дверь. Подъехал на тракторе, открыл дверь. И здесь сделаю небольшую такую ступенечку, чтобы сойти с трактора. То есть, другими словами, получится, как будто, знаете, катер подплывает к причалу, чтобы сойти на берег. Ну, вот так вот получается. Ну и в итоге, друзья, трактор уже под навесом. Зима, дождь, снег ему уже не страшны. И вот так вот будет зимовать. Почему я снял это видео? Просто многие меня спрашивали, как там твой Т-16. Друзья, ничего ему не делал. Как видите, только оформил на зиму. Всем, друзья, крепкого здоровья. До новых встреч.